Всем привет, ребят. Ну что, наверное, один из последних видосиков, скорее всего, последний из десяточки, которую большинству, ну, больше 50% проголосовало разыграть. Сейчас покажу вам, расскажу условия, какие будут. Я решил там не сильно заморачиваться. Так, давайте прокачаем смотрителя. То есть я сделаю все очень просто, доступно. Так. Включаем смотров. Пока есть возможность. 47 уровня будет практически максимальная. Там уже докачает по 2400. Такс. Отлично. Также еженедельно надо будет заходить, не забывать забирать награду. За... еженедельку. Так, вроде так все разобрались. Многие спрашивали, сколько задонено. Ну, где-то 500-600, плюс-минус, где-то так, возможно, больше даже, потому что я маленькие паки покупал, небольшие, а на маленьких паках разница есть. Бонусы, как видите, если тут получаешь за большой пак 29, то есть это 500, то мы покупали паки по десятке, по двадцатке максимум, то есть это 24-25, то есть 600 где-то. Так, что у нас интересного есть? Ну, по героям тут уже все вообще просто топчик. Осталось только два героя. Вот они, двое. Все. В общем, что я решил по поводу аккаунта? Решил я его привязать. Многие писали, что вот школьник там его перепродаст, там еще что-то. Решил я, короче, его привязать к своему телефону. То есть сделать просто привязку. Посмотрим, временно или на длительное время, чтобы аккаунт, ну, не ушел, просто не продали. Захочет слить, пусть сливает, это такое. Главное, чтобы он не был перепродан. Я считаю, это нормальное явление. Будет просто привязка на вход, вот и все. То есть он захочет зайти, это не проблема. Я в онлайне всегда есть. Контакты дам. Дальше. Так, что мы там? Идем плюхи пооткрываем. Это мы забрали. Пооткрываем еще кучу ништяков. Ух ты, сколько всего. Нормас. Так, это у нас остались четвертые. Вот самиков прибавочка еще пошла. Ну, самики тут нужны будут на созвездие. Заодно, возможно, буду периодически заходить, подкачивать аккаунт. Посмотрим, как будет со временем для тестов. Чтобы не качать новый, возможно, и новый будем качать. Посмотрим. Так, это кулачки. Что у нас еще такого интересного? Ну, вроде все, поехали. Докачаем здание, которое еще у нас не докачано. А вот, в принципе, у нас не хватает всех ресурсов все равно на прокачку. Так, что у нас по акциям интересного есть? Тут хрусталька, гифты, Танатрата, бинго, понятно, алхимик. Ну, в общем, ничего сегодня такого интересного. Тут тоже в основном ничего интересного не падает. Такс. Тренировка идет. Магию надо тоже не забывать качать. В принципе, вот так вот. Поехали дальше. Что я хотел еще показать вам, рассказать, чтобы все понимали, каким образом это будет происходить. То есть самое основное условие. Так, сейчас я пооткрываю свои каналы. Oh,
Так, давайте начнем с самого основного. Есть плейлист аккаунт за десятку. Вот в нем с сегодняшним видосом 43. Это будет 44-е видео. То есть вот все эти видосы в плейлисте можете найти на аккаунте, зайти на моем YouTube-канале посмотреть. То есть это все есть. Заходите сюда на аккаунт и смотрите, точнее, на аккаунт на YouTube-канал и смотрите, проверяйте, какие у вас видосы. Условия обязательные. Я решил так сделать это по фану. Для фанатов у вас должно быть 44 видоса, включительно с этим. Репостнутых я буду их считать. То есть хотите, не хотите, проверяйте, не проверяйте. Я считаю, этот аккаунт обалденный подарок. Это, знаете, не огник. В него мы вложили сколько? Ну, практически, наверное, 2 месяца. Давайте посмотрим, сколько у нас первый видос. Когда он у нас был? Самое. То есть вот этот плейлист, когда он добавлен? 9 марта, март, апрель. Да. 2 месяца. 2 месяца мы с ним игрались. И получили практически все героя. То есть у вас должны быть все 44 видео репостнутых. Также у вас должно быть на канале открыты подписки ваши и видео, которые вам понравились. Для этого вы заходите в настройки канала, и вот есть первая, вторая, третья, четвертая вкладочка конфи, где вы выбираете, чем вы делитесь на YouTube. То есть у меня скрыты, допустим, которые мне понравились приватные, и списки, вы делаете все открытое, подписку и видосы. Это раз. У вас должны быть они репостнуты. Если вы их репостите, ставите лайк, они у вас автоматически попадают в список видео, которые вам понравились. То есть у вас должно быть на YouTube канале обязательно это, и туда, куда вы репостили, там контакт. Вариантов репоста видосов есть очень много. То есть заходите поделиться и выбираете вот кучу всего. Там разные сети, как видите, дофига всего. Ну, все зависит от того, кто куда репостил. Вот. То есть это обязательное условие. У вас должна быть подписка на мой канал. И открыто все. Потом должен быть репост в социальную сеть. То есть я туда захожу. Там должна быть страничка. Там, в основном это ВКонтакте репостят ребята. У вас должно быть это там все. Открыта стена, потому что у многих бывает не открыта, просто тупо стена. Ну, в принципе, все как обычно. Условия, скажем так, я думаю, нормальные и приемлемые. Тем более те, кто делали это регулярно, они могут досмотреть то, чего там не хватает у них, и сделать. Розыгрыш, я думаю, сделаю числа 9-го. 9-го, 10-го, где-то так. Ну, 9-го, наверное, скорее всего, я буду шашель жрать, поэтому посмотрим. Не знаю, как получится со временем, но, в общем, где-то в этих днях. Если не получится, то ближе к выходным. Вот. То есть это то, что должно быть у вас сделано для того, чтобы получить этот аккаунт. Аккаунт классный, честно скажу, жалко его отдавать, потому что дофига времени в него влил. Но я же говорю, я его просто привяжу, ну, чисто чтобы он не был перепродан там, ну, потому что есть уникалы, как писали, ну, достанется школьнику. Есть адекватное, есть неадекватное, то есть тут такое. Делать еще очень много надо будет всего на аккаунте, возможно, буду заходить, подкачивать кое-что. В любом случае можно будет и тесты делать, но это как уже решим с новым владельцем аккаунта. То есть тут сделано многое, надо будет многое еще доделать. Это, в принципе, не беда, не проблема. Заодно и будем смотреть, как аккаунт дальше развивается. Не знаю, там попадет он донату, не донату. Это тоже будет очень интересно посмотреть. Вот. То есть такие вот условия. Пишите в комментах, что вы думаете. Это будет уже последний видосик с данной рубрики. Все условия я вам сказал, ничего сложного. Дальше посмотрим, чем мы будем трешивать. Все, всем удачи, всем пока.